Школьникам полицейские объяснили, как правильно себя вести в транспорте, а также в роли пешехода. Старшеклассникам рассказали о движении на велосипедах и мопедах по городским дорогам. Для мопеда сейчас необходимо получить права категории М и обязательно использовать шлем как водителю, так и пассажиру. Не обошли вниманием и родителей. На собраниях в школах инспекторы напомнили, что перевозить детей необходимо исключительно с использованием специальных удерживающих устройств.